Сегодня, 21 мая, муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди принял участие в открытии двух объектов инфраструктуры на территории школы имени Юсупова в Махачкале. Речь идет о стационарном автогородке площадью 800 квадратных метров и футбольном поле, при строительстве которых образовательное учреждение получило значительную государственную поддержку. Мы думаем, если мы подарим ему футболку сборной России, может, она чего-нибудь добьется с его баракатом. Всего добра, и то, что добра желает Максим Ахмата, же это вам. Ну, сейчас мне придется в футбол играть, да? Ну, вы у нас капитан всегда по жизни. Аллах бараката вам, всем нам. Особенно приятно видеть там цифру 5, а короткий рукав позволяет омовение делать, очень удобно. Автогородок оборудован всем необходимым для того, чтобы дети могли не только изучать правила дорожного движения, но и применять их на практике. Здесь есть своя необходимая дорожная инфраструктура, разные виды перекрестков, светофоры, тоннель с реверсивным движением, железнодорожный переезд, все виды дорожных знаков. Помимо учебы здесь можно и отдохнуть, и развлечься. Для этого тоже созданы все условия. На открытии присутствовал в Рио министр образования Республики Дагестан Яхья Бучаев, заместитель министра спорта Будум Будунов, начальник ГИБДД УМВД России по Махачкале Ибрагим Бабаев, директор дома-интерната «Забота» Ума Качалова, чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов, именитые спортсмены и руководители образовательных учреждений столицы. Огромное спасибо инициаторам этого проекта, тем, кто смогли за счет своих средств построить такое прекрасное образовательное учреждение, которое немножко разгрузит. Но и при этом надо обратить внимание, на каком высоком уровне они осуществляют образовательный процесс. И само обучение, и воспитательную работу. Наша школа имени Абдульхамида Афанди Юсупова, молодое образовательное учреждение, нам всего 5 лет. Вот в ноябре исполнится 5 лет, как мы открылись. Но за это время мы успели сделать очень многое. И в плане укрепления материальной базы школы, вот сегодня вы тоже видите, мы два инфраструктурных объекта вводим в строй. Это автогородок и футбольное поле такое замечательное. И в плане научно-методического обеспечения, и в плане кадровой подготовки. Прививание уважения к правилам дорожного движения у детей закладывается только вот с детского возраста. Поэтому вот то решение, которое было принято руководством этой школы, это обосновано. И я думаю, наверное, этому примеру последуют многие другие школы. Хотя эта работа проводится целенаправленно, постоянно во всех образовательных учреждениях города.